что они там мы с парой работали хорошо, остальные там болтали, винились. Что за жалоба такая? О чем лишь? Его поставили старшим, то должен подчиняться, все. Маша, ты будешь заедать свой кусочек? Тебя что это? Ты даже с нами просился. Ты посмотри, что он делал-то. И таскает, и выносит кусты, там все это делает. Поставили старшим. Ты обязан подчиняться ему. Что непонятно-то здесь? Почему не подчинялся? И застал все. Ну, по-твоему-то не будет. Здесь это, то, что мы делаем, это порядок во всем мире. Кто не работает, не слушается, его гнобят, давят, сажают в тюрьму, убивают его. Ты не думаешь, что по тебе будет, ты в армии, а я не буду слушаться, строй встань, а я не встану. Не будет этого. Ты загнешься вот через месяц, тебя задавят там. Тебя бить будут, как собаку. И ничего не подошел, не сказал. Я поставил его старшим. Ты слышишь, нет? Подчиняться будешь или нет? Не мотай головой, точно не стрелять. Да, буду подчиняться, отвечай. Да, буду подчиняться. Все, вопрос нет. За то, что не подчинялся, отдельно работать будешь. Тут поработать, что-то убрать, мыть. Мы собрали для того, чтобы стать выше ростом, а не ниже. Но я не буду слушаться, еще дальше будет. Сегодня мы ничего не сделали. Так, ребята, нам абсолютно некогда. Угу. Кирилл вас приведет, его слушайтесь. Дорогой он старший. Дорогой рассказывает, что мы делаем, чтобы они пришли, было видно. У нас там не мешайте. Будете ходить по озеру, там искать ягоды возле озера. Там очень интересно. Так что ты иди со всеми вместе, такого не увидишь никогда. А шарики с собой брать? Ну, берите. Можно? Можно я? Можно, можно. Можно я? Да. Давай, давай. Кирилл, Никита, ты вот идешь, половина воды еще. Я в эту воду не ходила. Там все вот скрыть. Подожди, пока его не высикает, нельзя. Вот, на место. Пошарик. Вот, смотри. Сейчас пойдем.